Катя и ее семья. Часть шестая. Катин день рождения. 31 мая – это Катин день рождения. 31 мая – это Катин день рождения. Это семейный праздник. Вся семья празднует. Родители, сестра, брат, бабушка и дедушка. Это семейный праздник. Вся семья празднует. Родители, сестра, брат, бабушка и дедушка. Утром Катя и мама готовят кушать. Они делают салаты. И главное блюдо. Утром Катя и мама готовят кушать. Они делают салаты и главное блюдо. Десерт всегда готовит бабушка. Она делает большой торт с кремом. Десерт всегда готовит бабушка. Она делает большой торт с кремом. Днем все сидят за большим столом и разговаривают, кушают. Катя всегда сидит рядом с мамой. Папа говорит тосты. Днем все сидят за большим столом и разговаривают, кушают. Катя всегда сидит рядом с мамой. Папа говорит тосты. Потом все дарят Кате подарки. Книги, парфюмерию, косметику, цветы, шоколад, деньги. Потом все дарят Кате подарки. Книги, парфюмерию, косметику, цветы, шоколад, деньги. После обеда вся семья смотрит фильм. Папа играет на гитаре. Если погода хорошая, все идут гулять в город. После обеда вся семья смотрит фильм. Папа играет на гитаре. Если погода хорошая, все идут гулять в город. Вечером Катя идет на дискотеку с Антоном и друзьями. Вечером Катя идет на дискотеку с Антоном и друзьями. День рождения – это Катин самый любимый праздник. День рождения – это Катин самый любимый праздник. А какой праздник у вас самый любимый?